едет. Я сказала, вы не имеете права такой вопрос мне задать. Очередная гражданка Таджикистана стала жертвой произвола российских силовиков. Наджиба Колонова, проживающая в Московской области, на основании разрешения на временное проживание, РВП, в один миг оказалась нелегалом. Российские правоохранители обвиняют ее в нарушении режима пребывания в России. Причем, по словам Колоновой, единственной причиной всех ее проблем является ее исламское одеяние и отказ от дачи показания против единоверцев. Об этом она сообщила радио «Азади». Корреспондент Хабархо связался с членом правозащитного центра «Мемориал» Зухрой Хамроевой, которая непосредственно занимается делом Колоновой. Я вот хочу добавить по Колоновой Наджибе. Вот 23 октября, когда она поехала в Тульскую область в миграционную службу, она поехала для чего? Чтобы уведомить миграционную службу о том, что она сейчас проживает в Московской области, у нее там собственность. Это все делают иностранные граждане, они должны уведомлять о разводе. Вот. Соответственно, приехала на Федеральную миграционную службу, ее встречает ФСБ и просит дать показания. Дает ей список граждан и говорит, чтобы она их оговорила. Соответственно, она их не знает, и она ничего этого не сделала, но они пригрозили ей, если вы нам не будете помогать, с нами сотрудничать, мы аннулируем ваше РВП, то есть вашего РВП не будет. Они говорят, или же ты уедешь в Таджикистан, то есть вытворение не будешь обжаловаться, не будешь никому жаловаться, или же мы тебя привлечем к уголовной ответственности за подделку документов. Понимаете, она говорит, что она все делала в ФМСе. Все она там делала, но вы же знаете нашу систему, что все можно сейчас и удалить из базы, и все, и невиновного сфабриковать дело, и невиновным сделать виновным. Это уже и не секрет, и это вот у нас повально так делается.